На сцене народный коллектив «Приморочка» из Приморского сельского округа. Концерт проходит в хуторе Иванов. Альбина пришла с подругой. Говорит, что дома сидеть было скучно, и мероприятие пришлось очень кстати. Ехали казаки, мне очень понравилась песня. Я ее просто знаю, и поэтому вместе с ними пела. Концерт очень понравился. Зажигательные песни, очень красивый коллектив, симпатичные женщины, хорошая форма, одежда кубанская, солист прекрасный. Создает настроение очень бодрое, веселое. Как раз к празднику, 23 февраля, может быть, вся тематика подобрана очень хорошо. В концертах будут принимать участие коллективы, признанные народными и образцово-художественными. Помимо этого, будут проходить выставки работ местных умельцев. Серия мероприятий рассчитана примерно на месяц. По инициативе губернатора Краснодарского края, главы муниципального образования город Рутанапа, в честь 80-летия образования Краснодарского края, сегодня начал свою работу цикл обменных концертов творческих коллективов Анапского района в отдаленных населенных пунктах муниципального образования город Анапа. Включает этот цикл в себя всего 18 концертов. Всего выступят 18 коллективов из различных поселений. На каждый придется по одному населенному пункту. По завершении серии обменных концертов пройдет круглый стол, где специалисты подведут итоги и предложат, как еще можно улучшить досуг селян.